Всем привет, с вами Данте. И это другой способ, как можно поиграть через Хамачи без сервера. То есть вам надо будет иметь всего лишь два одинаковых клиента Minecraft и все. То есть вам надо зайти в центр управления сетями и общим доступом. После чего... Сейчас у меня запустит. Изменение параметров адаптера. Хамачи свойства. Так. Сейчас откроется окошко. Нужное мне. Что-то оно долго открывается. Так, вот оно. Так, теперь жмем протокол интернет-версии 4. Свойства. После чего жмем дополнительно. И если у вас нету шлюза вот этого, жмем добавить. И после чего, пишем вот такой 5.0.0.1. Окей. После чего метрика интерфейса ставим 1. Окей, все. Окей, закрыть. Тут у вас должно измениться, вот, не как у меня там, а по-вашему там уже по-другому будет. После чего вам надо будет зайти в Brand Mouser, то есть это панель управления. Брандмауэр. Сейчас найдем тоже по-быренькому. Вот он, Брандмауэр. И отключить его нафиг. То есть отключить его. Окей. После того, как вы отключили его, после того, как вы уже наигрались, все, вы уже можете это все закрыть. И... Заходя в Майнкрафт, заходя на мир, жмете Open to Learn. После чего там настраиваете, как вам надо, жмете Start. И после того, как вы нажали Start, у вас напишется IP. Вот тут напишется вот такой IP, но он, скорее всего, будет 0.0.0.0, и вот тут порт. Вам надо всего лишь запомнить порт. Но ваш друг должен будет ввести IP Хамачи через двоеточие, то есть IP, ваш IP Хамачи и через двоеточие порт, который будет написан вот тут. И все. И вы сможете поиграть спокойно уже. И сразу говорю, лучше через прямое подключение. Так быстрее и лучше. Всем спасибо, всем пока. С вами был Данте. А чтобы доказать то, что это все работает, вот он сервер, все работает. Так что всем спасибо, всем пока.